Всем привет! Сегодня мы пришли на Zero Gravity, то есть это отдельный пляжный клуб, но по некоторым дням здесь вход, если записаться заранее, будет бесплатный. А так вход порядка 150 дирхам. Здесь на территории есть лежаки, бары, то есть можно себе заказать поесть, что-то играют, музыка. Ну, такое прикольное место. И, ну, я сейчас покажу немножечко отрывками то, что здесь есть. И находится это вот рядом с GBR-ом. Сзади на меня вид на строящееся колесо, а с другой стороны дома. Итак, что еще здесь есть? Есть зона еще с такими с креслами, со столиками. Это если вы заказываете что-то, еду какую-то в ресторане, то здесь можно покушать. Но сейчас все тусуются на бассейне либо возле моря, потому что жарко и никому, по-моему, не хочется есть. Сейчас зайдем в середину, посмотрим, что еще там у нас есть. В середине на самом деле прикольно. Здесь везде стоят диванчики, можно охладиться, работает кондиционер, то есть классно. И да, я сейчас покажу туалетную комнату, как она выглядит, душевая. Здесь есть везде полотенца. Очень удобно, на самом деле, не нужно с собой ничего таскать. Есть фен, мыло, шампунь, крем для рук. И еще в Дубае везде в туалетах стоят цветы. Вот. Такие вот прекрасные орхидеи стоят в туалете. И тоже есть довольно-таки классный душ. Мне очень понравился, есть шампунь, кондиционер, мыло, то есть если вы с собой ничего не взяли, можно все здесь взять. Ну и мы направляемся уже к выходу, потому что мы идем уже домой. Да, на самом деле нам очень понравилось. Все было классно, но погода, конечно, очень жарко все равно. Даже в тени все равно очень жарко. Даже мороженое, которое раздают, все равно не спасает. У меня на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.